За минувшую неделю с 10 по 16 сентября во Владимирской области был резко превышен эпид-порог по ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за этот срок зарегистрировано 7445 простуженных людей по всему региону, из которых более 5000 человек – дети. Это сезонный подъем заболеваемости в это время года, каждый год. Мы рост фиксируем. Объясняется это тем, что в сентябре активно формируются новые детские коллективы, да и взрослые тоже. И до тех пор, пока так называемый не выработается коллективный иммунитет, мы будем фиксировать рост заболевания. В частности, специалисты наблюдают рост числа заболеваний в Собинском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах. Что касается Владимира, здесь за минувшую неделю зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ. Среди них 2084 ребенка. Мы призываем еще раз владимирцев сделать прививку от гриппа, сделать ее именно сейчас, так как сентябрь является наиболее благоприятным месяцем в преддверии осенне-зимнего периода. Также достаточно времени для формирования иммунитета. У здорового человека на это требуется примерно от 1 до 2 недель, у людей с ослабленным иммунитетом от 1 месяца до 1,5 месяцев.